брали этот турнир воспитанники его, он сам при жизни очень хотел посмотреть, как бы команда его воспитанников сыграла бы в волейбол вместе. К сожалению, нам не удалось собрать такой турнир при его жизни. Вот мы сегодня решили собраться с вами. Рудольф Николаевич был прекрасным человеком. Он всегда оправдывал свою фамилию, заражал нас своей любовью к волейболу. И много-много делал для этого вида спорта. Предлагаю помянуть его минуту молчания. Надеюсь, команда покажет сегодня отличный волейбол. Всем здоровья, успехов и добро пожаловать на турнир. Пойдем однозначно. В четверку, я думаю. В четверку? Нет, я думаю, что в тройку. Потому что, ну как иначе-то, мы же все-таки Спартак. Да, Спартак. Спартак не может быть последним. Успех вам, хотя бы призы детских симпатий возьмем. Спасибо.